Привет, это игра под названием Кома, мы продолжаем. Остановились мы на том, что меня эта коза убила. И все, потом я добежал до этой доски и сохранился. В общем, я обнаружил баг. То есть, если отключить фонарик, сесть и попытаться открыть рюкзак, он, разумеется, откроется. Но если мы его уберем, игра у нас сломалась. То есть, вот я достаю фонарик, он не работает. Я не могу ни с чем взаимодействовать. То есть не могу никуда заходить, не могу открывать карты. Хотя сейчас смог что-то сделать. Но карту я открыть не могу. Главное, в этом режиме не трогает меня она. И для того, чтобы отсюда выйти, нужно просто сесть и встать. И все заново работает. Не знаю, понадобится ли мне этот баг. Багами вообще пользуются нежелательно и нехорошо. Вот здесь у нас есть какая-то закрытая дверь, которую мы можем открыть. Как раз ключ карты, которую мы нашли. Надеюсь, здесь что-то полезное будет. Несколько отчетов и других документов. Здесь что? Без понятия, что это. Объявление какое-то школьное, видимо. Ой, коза тупая. А почему она потерялась? Я открыл дверь. Внимание, учителям, пожалуйста, не впускайте сюда учеников без уважительной причины. Мы поощряем ваши беседы, но напоминаем о случае кражи важных документов, оставленных без присмотра. Мы до сих пор разгребаем последствия того инцидента. Если вам нужно провести беседу, пожалуйста, воспользуйтесь кабинетом для консультации или залом отдыха. Спасибо. Замдиректора Джин. А почему она за мной не побежала дальше? Найдена записка. Кошмар. Мне часто снится один и тот же странный сон. В нем я бегаю по коридорам школы с ножом в руке за гигантскими печеньками и кусочками сыра, как будто я голодна. Я всегда ясно помню эти сны, когда я просыпаюсь и никогда ничего подобного не видела. А вдруг мой организм так подсознательно сообщает, что пора бы прекратить диету? Так, несколько отчетов и других документов. Что у нас еще здесь есть? Окей, похоже, это стол Мисс Сонг. Что я должен тут найти? Гэм, что это? Здесь ничего. Стоп, это же мой табель успеваемости, а других учеников? Я его еще не видел. Думаю, ничего не будет, если я взгляну. Здесь написано, что я завалил 3 предмета. Ёлки-палки. Это что, за прошлый семестр или этот? Детали не указаны, да и даты проведения экзаменов не видно. Только мое имя и список предметов. Алгебра? Окей, признаю. То, что я весь семестр спал на математике, явно не пошло на пользу. Обществоведение? С обществом и людьми я не в ладах или с предметом, но как умудрился его не сдать, ума не приложу. ИЗО? А как я это-то завалил? Теперь я понимаю, почему Мисс Сонг так беспокоилась о моих оценках. Настоящая Мисс Сонг. Хм, это все, что я смог найти. Интересно, где Исоль? Эта девушка странная. А зачем она тебе понадобилась? А, кстати говоря, в учительской. Ладно. Я нашел предмет зеленый чай. Еще что здесь есть? Что это? Здесь какая-то записка, это пароли, наверное. Стоп, это же коды доступа к классам. Отлично, теперь я смогу открыть те электронные замки. Но там всякие 1Б были, да? Стой. Блин, вещи открой свои. Неудачник. Да, 1, а также есть 3. Ну-ка, карту открой, дурачок. Ладно, можно будет сбегать посмотреть. Бутылка воды. Я не могу сохраниться где-нибудь. Бинт. Должно быть, это кого-то из других учителей. О, рядом стоит стол Мисс Сонг. Где? Вот это? Или вот это? Бутылка воды. То есть сейчас мне надо по классам этим путешествовать и что-то искать? Заместитель директора. У всех синий экран смерти. Да уж.
То есть, если я эту ерунду опять нажму, она призовется, да? Следовательно, этого не стоит делать. Так, ну ладно, давай поднимемся. Так и быть, и проверим. Откроются ли классы? Открывает, без проблем, открыто. Следовательно, их теперь можно обыскать. Это что? Должно быть, чай здесь пили давно. Все чашки старые и ржавые. Я нашел предмет бинт, но рюкзак уже полный. Это где? Ты здесь нашел? Стой, открой рюкзачок, у меня здоровье... Воу, там какая-то фигня. Наверное, та вонючая бомба, которая взрывается. Я не могу открыть инвентарь. Блин. С чем это связано? Окей. Бутылка воды, у меня их очень много, это мусор. Бинт останавливает кровотечение. Это что, силы восстанавливаются быстрее? Останавливает снижение сил. Ясно, у меня сплошная ерунда в рюкзаке. Я выпил бутылочку воды. Ясно, бинт. Теперь у меня еще отравление есть. Ну давай выпьем бутылочку воды. Блин, закрой. Такое неудобное управление. Это говно так и будет взрываться, что ли? Прибавляет немного здоровья. Единичку. Выходим. Так. Ладно, смотрим эту половину. Потом другую. А в смысле закрыто? У тебя комбинации нет, что ли? Вот, открывает. Открыто. Дайте мне сохранялку. Монетка. А здесь что? Ничего полезного. Может быть, здесь ничего полезного. Ну, конечно. С этой стороны уже открывает. Открыто. Давай выйдем. Блин, эта тупая коза бежит за мной. От нее здесь так неудобно прятаться. Придурок, спускайся. Выключи фонарик, блин. Она отвалила, нет? Кстати, могу продемонстрировать баг. Вот я делаю так и... Оба-на. Добрый вечер. Как твои дела? Не буду тебя отвлекать. От твоих важных дел, коза. Зашибись, да? Давай попробуем спрятаться. Непонятно, она очень долго ходит. Во второй части все это удобно, то есть она сразу прибегает, сразу около тебя тусуется. И потом куда-то упрыгивает. Сейчас вот где она? Музыка играет. То есть она спокойно все еще может быть где-то здесь. Только что я здесь и был, да? Закрыто. Давай откроем. Открыто. Сохраняемся. Так. Ничего полезного. А смысл здесь вообще от падающих женщин с потолка? То есть просто чтобы испугать? Что-то вроде скримера? По крайней мере, я сохранился. Это принесло хоть какое-то удовлетворение.
Потому что легко и быстро здесь можно все мгновенно потерять. И будет вообще не здорово. Я не смогу попасть наверх. Как я попал на этот этаж? Здесь лестница же открыта. Но заблокирован проход, да. А верхние классы я не смогу, получается, открыть. Вот, на примере этого. А он и так открыт. Да выйди ты. Вообще непонятно, где она. Это очень сложно во всем этом разобраться. Да блин, выруби фонарик. Нереально долго. То есть нельзя сразу сесть, надо его сначала выключить. И только выключив, ты сможешь сесть. Это тупо, это вообще тупая ерунда. Оба-на. Сорёнчик. Погнали. Это нечестно, но от нее здесь никуда не скрыться. Так и должно быть вообще, нет? То есть вот до сих пор звук погони. Этот класс и так открыт. Можем в этот попасть. Очередная сохранялочка, да. Перезаписываемся. Тут кто-то сидит. Ничего полезного. Он чем-то занят, подозрительно, лучше близко не подходить. Ну да, стоит вплотную и говорит, лучше близко не подходить, действительно. Ничего полезного. А у меня одно сердечко. Ты что, болван? Надо к магазинчику сходить. Где они здесь вообще есть, эти торговые автоматы, и закупиться. Причем закупиться как следует. Какое у меня задание? Что ты скажешь? Неужели этот табель с оценками есть тот ключ, о котором говорил Юсоль? Что ж, надо спросить ее. То есть надо вернуться к ней, она как раз вот здесь. Так, бутылка воды нет. Прибавляет больше здоровья. Косарь. Давай купим. Да, отлично. Рюкзак. Использовать. А где она? Эй, кто ты? Он не понимает, что тратит мое драгоценное время. Эй, алло, с кем ты разговариваешь? Слушай, нам нужно выбираться отсюда. Не знаю, заметил ли ты, но... Заткнись, мальчишка. Эй, зачем так грубо? И что ты тут вообще делаешь? Моя задача все записывать, ни больше, ни меньше. Летописец записывает все, что видел или слышал. А теперь уйди, я занят. Это он развешивает по всей школе записки. Но зачем ты клеишь их на стены? Потому что я один из творцов этого ми... А почему ты спрашиваешь? Тебе что, больше нечем заняться? Прочь, нужно еще столько всего записать, но времени мало. Подожди, ты не видел ту девушку в странной форме? Я видел ее в западном крыле. Она кого-то искала. Отлично, надеюсь, что меня... Ладно, но нам все равно нужно уходить, иначе... Ты узнал то, что хотела. Теперь освободи место. Окей. Западное крыло, и она где-то там дальше. Сохранимся. Но я хочу проверить те кабинеты, которые там оставались. Их ведь не так уж много. То есть, раз, два, 5 штук. Этот открытый, так, значит, я там был. Или не был, эта дверь закрыта. Да блин, опять эта училка? А, нет, это тоже было закрыто. А почему там значок был, что я войти могу? Мы лучше вас. Ого, ну и девиз. Действительно, бутылка воды. Почему мне только воду дают? Ее ведь никак даже быстро использовать нельзя.
То есть надо открывать инвентарь, пить. Здесь что? Ничего полезного. Выходи. Вот, без проблем захожу. Я здесь был? А, ну здесь дыра. Выходи. Так. С той стороны я был, я осматривал те классы. Все. Неплохо. Западное крыло. Надо еще раз сохраниться. Выходим. Ну что ж, она должна быть здесь. Не уходит, что-то блокирует путь. Давай с другой двери. Ты кто? Этот парень искалечен до неузнаваемости. Так об этом говорил Сеха. Эй, ты в порядке? Зачем ты спрашиваешь? Он без сознания. Разве он же сидит, пялится? Лучше пойти дальше. Серьезно? То есть такой, о, чувак весь в крови, он нуждается в помощи, пойду-ка я дальше. Вот это что? Найдена записка. Добро пожаловать в кафетерий старшей школы Сейва. Мы с радостью предлагаем 50% скидку на еду и напитки всем утомившимся ученикам Сейвы. Все средства идут на улучшение качества услуг кафетерия. Здесь что? Монетка. Это что? Бутылка воды, но рюкзак полный. Зачем мне столько воды? Потом задолбается бегать в туалет. Где она? Здесь что? Ничего полезного. Ну, то есть я сам ее должен здесь где-то найти, в каком-нибудь... из кабинетов? Опять эта тупая училка. Блин, и где от нее спрятаться? Да ты придурок, нет. В смысле закрыто? Сорян. Я не хотел к этому прибегать, но иначе я сдохну. Здесь это реализовано очень криво и неудобно. То есть не показывает, какие двери ты пытался открыть, и они закрыты. Какие на самом деле открыты. Очень неудобно. Да боже, тупая коза. Все, она исчезла? Вот она стоит. Я не могу зайти? Закрыто. Открыть смогу дверь какую-нибудь? Вот эту, например. Открыто. И зайти смог. Она же сюда не сунется. Так. Как хорошо, что есть этот баг. Иначе я бы сейчас точно сдох. И мне пришлось бы начинать с того момента, где я сохранялся в последний раз. Откроем эту дверь. Открыто. Ничего полезного. В этом шкафчике у престижных учеников есть своя собственная полка. Судя по хранящимся здесь книгам, можно легко понять, что... кто и что из себя представляет. Почти как витрина. Закрыто. От нее вообще скрыться можно? Слишком часто она не сработала.
Открыто. Блин, возможно, я очень быстро это сделал. Открой рюкзак. Стой. Вот так вот и бывает. Мне отказала клава. Выносливость тратится. Блин, болван. То есть я могу выйти, но больше ничего я сделать не могу. Ладно. Да боже, что за издевательство? Тупая обезьяна. Как я должен определять, где она находится? То есть вот я выхожу, и она здесь. А, я эту дверь не открыл, зашибись. Да боже, я даже escape нажать не могу. Какая-то багованная сама по себе игра. Постоянно то подойду к двери, нажимаю, не срабатывает. Escape теперь не мог нажать. Зашибись. И что мне делать, если я выхожу, и она сразу там? Я выхожу, причем без фонарика. Тупая дура. Придется на другой этаж идти. Она даже так спалила. Все, отвали от меня, чудище. Безмозглая. Опасно так двери открывать. И уж тем более заходить. Но можно еще раз рискнуть. Этот раз вроде все нормально. То есть вот, я поднялся, она приперлась за мной. Потом захочу спуститься. Она также припрется за мной. Где эту Ессоль вообще искать сейчас? Надо хоть кабинеты открыть. Тогда будет безопаснее бегать по этой школе. Может, она в моем классе? Но тот болван сказал, что она в западном крыле. Заходи. Почему я должен два раза нажимать? Вместо одного, положенного. Блин, реально очень неудобно сделано. Если бы я сначала поиграл в первую часть, то скорее до второй я бы даже не дошел. У меня не было бы вообще желания играть во вторую часть после такого. Потому что столько недоработок прям налицо, что отбивает все желание. Но во второй части они исправились, вторая часть мне очень понравилась. Она чудесная, там прям все идеально. Это и так было открыто, да? В принципе, я и без фонарика могу вещи подбирать. От фонарика вообще толку нет, да? Ну да, какой смысл? Рюкзак уже полный. Нет, для батончика мы его освободим. Здесь что было? Монетка. Ладно, давай сохранимся. И выйдем. Я надеюсь, она не здесь. Она здесь. А я не понимаю, почему? Почему она постоянно здесь? Не, я сохранялся же не зря. Без фонарика. Сейчас аккуратненько. Оп. Оп. Зашли. Следовательно, мы здесь были.
Я это читал, нет? Без понятия, но раз открыто. Энергетик. Энергетик мне не нужен. Короткая записка. Послушай, выбирайся отсюда как можно скорее. Тебе нужно спешить, я не шучу. Если застрянешь в любом классе с буквой F, игре конец. Уноси ноги, пока можешь. Я понял тебя, таинственный автор. Уже спешу. Незаметно. Я не знаю, я здесь был, не был. Я вроде старался все кабинеты обходить. Стоп, а может в мужском у нас сейчас? Или в женском? Сеха до сих пор. Или где он был? Кола. Что это такое? Что делает кола? Кола или кофе там написано? Кола. Останавливает снижение сил. Силы восстанавливаются быстрее. Блин, зачем два разных? Это практически одно и то же. Прибавляет немного здоровья. Силы. А у меня 5 сердечек максимум или 4. Ну, давай воду используем. Посмотрим, что это такое. Прибавляет больше сил. Супер. Да боже ты мой. Закрыт мне хана. А я забыл, кстати, про увороты. Здесь же они есть. Таким прикольчиком можно воспользоваться. Чему бы и нет. Она прям за мной прется. Что-то блокирует путь. Так, здесь я был, по сути, получается. Доска. Давай сохранимся. Кстати, можно батончик применить. Сохраниться еще раз. Тут ничего полезного, да? От слова совсем. Это такие бесполезные классы, они просто однообразные. Еще вот эта училка, которая бесконечно прессует, неоправданно. То есть она жизни спокойной не дает. А ну ладно, тут можно загрузиться, в принципе. То есть как я ее должен увидеть? Ее не слышно, ее не видно. Она постоянно там, хоть с фонариком я, хоть без, она меня все равно видит. В любом случае. Так. Ну давай, следующий нам надо открыть кабинет. Козлин тупая. Здесь мы были. Что у нас здесь имеется? Доска. Ну вот так вот ее видно, как она бегает, если мы сейчас начнем кругаля наворачивать. Ладно. Бежим. Мне некуда деваться. Какой у нас кабинет? Второй. Раз, два. Ну да, она здесь. Предсказуемо. Так и думал, что она будет тусоваться именно в нашем классе. И вот она здесь. Исоль, ты еще жив, впечатляет. Где ты была, я тебя повсюду искал. Что ж, теперь нашел. Видимо, ты не так уж и безнадежен. Сказать ей, что я нашел свой табель успеваемости. Чей-то табель успеваемости. Ну, давай скажем свой. Я нашел свой табель с оценками, он лежал в столе Миссонг. Странно, но он там был только один. Ладно, посмотрим, умнее ли ты, чем кажешься. Хм, странно, никогда ничего подобного не видела. Что? Ты что-то нашла, какую-то другую подсказку? Нет, дело в оценках, они настолько ужасные. Ох, ну ладно.
Три заваленных предмета, стой, только не говори мне. Ну все, я понял, нам до твоей прилежности далеко. Нет, это может иметь какое-то отношение к тому, почему ты сюда попал. Ты не администратор, так что за этим кошмаром должно скрываться нечто иное. Продолжай поиски. Что находится за главным зданием? Ну, спортзал, бассейн и северное крыло, которое недавно отремонтировали. Что из этого отмечено на карте красным? Это северное крыло. Там находится библиотека, конференц-зал, музыкальный класс и спортзал, ах да, еще класс ИЗО. Почему бы тебе не изучить школу, сосредоточившись на трех предметах? Алгебре, обществоведении и ИЗО. Вдруг эта карточка с оценками прольет свет на нечто большее, чем твоя плохая успеваемость? Мое шестое чувство подсказывает, что в северном крыле есть что-то еще. Я чувствую, что оно сосредоточие всего. Если ты туда приберешься, то, может быть, поймешь, что к чему. Твое шестое чувство? Ладно, буду откровенен. Если бы вокруг не творился такой кошмар, я бы подумал, что ты сошла с ума. Я уже столько пережил, так что откройся, кто ты такая или что. Ты словно ожившая героиня аниме или что-то в этом духе. Хм, тут ты переборщил. Место, где мы находимся, на самом деле это не твоя школа. Это кривое отражение нашего реального мира. Мы называем его Кома. Меня можно назвать путешественником, я исследую загадочные места с темным прошлым, как твоя школа. Кто я, не так уж и важно. Этот мир и то, что в нем происходит, куда важнее. Что ж, спасибо огромное, что объяснила. Теперь-то я точно все понял. Кстати, слышь этот звук? Это сарказм. Слушай, я пытаюсь тебе помочь. С каждой секундой в коме становится все опаснее. Чем дольше ты тут находишься, тем сильнее становится убийца. У меня мало времени, распоряжайся им как хочешь. Окей, ладно, допустим, ты права. То есть, если я пойду в северное крыло, я смогу узнать, почему это место погрузилось в кромешный ад? Вау, неужели до него хоть что-то дошло? Если бы ты так же внимательно слушал на уроках, может быть, твои оценки были бы лучше. Эй, вот только давай без этого. Эти плохие оценки явно проделки злых сил, наверное. А здесь есть доска? То есть, я даже сохраниться здесь не смогу. Северное крыло. А где у нас северное крыло? Это западное. Мне надо идти обратно. Так получается. Тут есть доска, нет? Тут есть какие-то вещи. Бутылка воды, да нафига она мне нужна? Стой. Блин, у меня все сохранения из западного крыла, даже не знаю. Как второе называется? Ну, пойдем. В ту сторону. Возможно, там еще проходик будет. Давай сохранимся здесь. На всякий случай. Ходи. Главное здание. Да. Северное крыло. Но пойдем мы туда уже в следующий раз, а пока на этом можно закончить. Пока!